Испеченные сегодня ночью пасхальные куличи ждут своих покупателей. Но сначала чин освящения. Специально для этого сотрудники торгового холдинга «Лотос» приглашают священнослужителя. Протоиерей Роман Чедаев осветил готовую продукцию в Сигме на Лесном проспекте. Благословляются и освящаются куличи, пасхи, яйца. Крапление воды со священное во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И стараюсь попасть в этот день в Сигму и купить все, что мне надо для Пасхи. Все просто, спокойно, нет никакой толкучки, движений их лишних. Народ доволен. Я считаю, что народ доволен. Далее чин освящения готовой продукции служили в Сигме на проспекте Ленина, 14. Батюшка окропил святой водой ингредиенты для приготовления куличей – масло, муку, яйца, дрожжи. Так что, если предпочитаете испечь пасхальный кулич сами, продукты можно купить уже освященные. Наконец, куличи, пасхи, яйца и вино светили в магазине «Лотос Гурман» на Варкауса, 11. По православной традиции печь куличи принято сегодня в чистый четверг. Если по каким-то причинам вы не успеете это сделать, кулич можно купить готовый. В праздничные дни пасхальная продукция в магазинах и гипермаркетах холдинга «Лотос» будет продаваться уже освященной. Гипермаркеты «Сигма» и супермаркет «Лотос Гурман» ждут вас.